вами «Май в кругу зрителей 2x2» и новости от лучших участников всероссийского кастинга. Тоже хотите попасть в эфир? Заходите в наш Telegram-бот. Пора отправиться в лес и разгадывать тайны. Появились слухи о том, что студия Lionsgate готовит к перезапуску франшизу «Ведьма из Блэр». Эту хоррор-серию специально снимали на любительские камеры. Все, чтобы заставить нас поверить в реальность происходящего. Именно из-за этого фильмы и были страшными. Надеюсь, студия не испортит атмосферу лишними спецэффектами. Обращаемся к скандинавским супергероям в тизере 4-го Тора. На этот раз парень с молотом отходит от путешествия со Стражами Галактики. Мы наконец увидим Джейн Фостер в мантии Тора, а заодно узнаем, откуда у нее вообще взялась могущественная сила. Ну и, конечно, встретимся с уже знакомыми героями, вроде Валькирии и Корга. А главного злодея Гора в фильме сыграет Кристиан Бейл. Японская глубинка. Мистика и катаны. А что, звучит круто? Вышел тизер продолжения аниме «Клинок, рассекающий демонов». Нас ждет новая сюжетная арка – деревня кузнецов. По сюжету охотник на демонов Танзера Камада снова попытается защитить всех от нападения нечисти. Клинок стал дико популярным среди фанатов аниме. Если не видели его, успейте наверстать. Пока даже дата выхода продолжения еще неизвестна. С вами были новости от зрителей 2x2. Проведите май с лучшими зрителями на свете.